мы на Орлином гнезде. С той стороны еще красивее. Вот там тут озеро. Да, такой вид. Я Алла. Вот так. Сейчас пойдем к другой стороне, говорят, там еще красивее. Поближе сейчас подойду. Вот так. Я поднялся на самую верхушку, чтобы показать вам это. Ja, 18 Uhr. 18 Uhr, 18 Uhr. 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 18 Uh
Вот тут козлы водятся, оказывается. Сейчас с другой стороны. Вон там озеро виднеется. Эта тропинка, оказывается, ведет еще выше. Сейчас посмотрим. Тут еще какая-то тропинка вниз идет. Я туда не... Еще куда-то ведет. Но я поднимусь наверх, наверное. Я смотрю себе под ноги, поэтому, что снимает камера, особо внимания не обращаю. Так, иногда вот останавливаюсь и вот так. Вот как тут и люди стоят. Видите, как люди стоят? Вон, грунт спускается. Все, я туда не пойду. Так, пока вот куда привела дорожка. Сейчас пройдем по этому настилу. Посмотрим, что там. Одни скалы тут видны. Куда они спускаются? Ненормальные. Все, я иду назад. Поигрались и хватит. Ausgeschrieben über Gipfel und
Туда наверх поднимались? Нет. Не советую. Не советую. Я понял. Че? Ну хорошо. Я думаю, это собирать не будет. Еще раз. Вид на озеро. Вы только сейчас идете туда? Да. Нет, туда не пойду. Нет. Я вон еще... туда, видите, там я люди стоят. Куда идем, куда куда-то сунул. Много карманов. Но вы не теряете? Нет, много вот карманов. Вот видите, там люди, я туда поднялся и не советую. Ничего там, нет. Давайте сфотографируем. Ну здесь, да. Давайте так, вот продолжаем телефон. Спускаться, имея перед собой вот этот вид. Какая-то панорама. Вся панорама этого места. Идем дальше. Володя, не отставайте. А, да. Ну я спускаюсь. Вот это то самое орлиное гнездо. Я особо не обращаю внимания, что снимает камера, потому что смотрю под ноги. Тут я спускаюсь по лестнице. Вот. Лестницы закончились.
О, опять озеро видно. Поднимусь, посмотрю, что за... А туда подходить опасно. Пять ступеньки. Вот не жарко, да? Мы вышли из орлиного гнезда и последний взгляд на этот вид. Спускаемся с орлиного гнезда. Въехали в туннель, сейчас выедем. Продолжать древо. Точно.
деревья мешают. Можно, смотрите, значит, по поводу собой, она, там есть какой-то такой псевдовакуум, но до Израиля у вас она не доживет, поэтому вы уж наешьтесь. Да, да, ну как бы не берите одну рыбу на двоих, потому что это, да, это совсем никак. Так, вот посмотрите, как красиво отсюда видно чайный домик. Посмотрите, отсюда видно. Мы на лодке поплывем, и опять у нас будет видно его. С левой стороны на горе был. Хорошая видимость. Еще знаете, что я вам скажу, а то вдруг забуду, когда поплывем. Есть гора Баба-Яга. Вот мы когда будем плыть, надо будет смотреть назад. Сегодня хорошая видимость, Бабу-Ягу даже должна быть, если честно, больше. Но церковь очень симпатичная, такая барочная, скромная. И охотничий домик. Когда мы будем с вами выходить и бежать, бежать не оглядываясь на лавки, к месту нашей встречи перед корабликом, смотрите налево, вы увидите портрет Роми Шнайдер и домик Роми Шнайдер на этом озере. Это к вопросу, что там есть интересного, на что стоит обратить внимание. Да, но вот про Воломей еще не рассказала. Кончил он плохо. С него это все, он как бы был святой, он был великомучеником. А великомученик он был потому, что жил среди римлян. А римляне христианство не очень почитали в то время, потому что еще не стало разрешенной религией. И с него живым сняли кожу с живого. И поэтому, если вы видите святого, который держит в руке свою кожу, то это святой Варфоломей. Автобусы, которые ходят наверху, вот эти вот автобусы красные, это та же компания. Так что они не только обслуживают подъем наверх.
едем на озеро, тут есть всякие другие развлечения. Там видели параплавный лист, там парашютик вот только что летал. Да, там с парашютиком полетать. На гору Вайцман можно забраться. Есть фуникулер, который ходит тут. Тут горнолыжный курорт. Поэтому тут радость и жизнь круглый год.